Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А вот и залетные еще подъехали. 75 метров. Я обожаю условия по метрам. Ну, вкусно. Гуны на таможню. Да не, теперь штурмана будем еще раз убивать. С этим, с тактеком, тик-таком. Боссам шанс не повышали. Походу повысили, что мне штурман через рейд попадается. Гуны на Припяти. Понял. Качаю сталкер. Это еноты ламыч. Это кеку плюс вайерс. Так 30, кстати, не люблю прицел, если вам интересна данная информация. Бля, этот лес пока что очень стрёмно выглядит. Где все? Через ноги чуть не взорвало нахуй. Но боты иногда могут не реагировать на гранату, но что-то походу это не бот. А, вон он где. У него слабо, надо было в глаза стрелять. Чиназис. Ну, он нормально так одет был, не знаю, что он. Клинч, так сказать, не пошел со мной. Это что за пассажир? С СВД и АКшкой оттянулся. Не, это походу не он. С СВД и калашом не стал бы убегать, мне кажется. Повезло, что тип на камнях в глаза долбится. Как он меня вообще провтыкал. А может они не в пати были? Что это, блять, за калаш? 31 прочка. Гибрид. РК-3 лучше продал бы уже. Ребят, вы постоянно спрашиваете, где лучше пополнять свой Steam и покупать игры, недоступные в РФ. Я однозначно рекомендую это делать на Купикоде. Ведь Купикод, ребята честные и заботятся о своем комьюнити. Они постоянно проводят розыгрыши и турниры. А пополнение у них проходит легко, дешево и безопасно. Ведь от вас не требуется пароль. А все, что от вас требуется, это ввести свой логин Steam, дальше промокод JOIN4, который снизит комиссию на 2% и даст скидку на 10% на покупку игры гифтом. И выбрать просто удобный способ оплаты. Для постоянного пользователя будет действовать кэшбэк с каждого пополнения или покупки. А еще пополнять можно аккаунты в тенге и даже аккаунты в долларах. А если хочется сразу купить игру, недоступную в твоем регионе, просто перейди на вкладку «Недоступно в РФ». Библиотека там повторяет полностью библиотеку Steam, поэтому ты найдешь абсолютно любую интересующую тебя игру. На Купикоде совершено уже более 9 миллионов успешных пополнений. Также поддержка работает 24/7, а пополнение игры приходят всего за пару минут. И кстати, мой промокод не вечный, поэтому работаем, работаем. Вы же знали, что сосиски делаются из говна, по сути? Сосиски делают из отходов. А? Куда он зашкерился? Нихуя тут дикий, как меня разыгрывает. Они там из рогов, из, блять, пятаков, из хвостов, из копыт делаются. Вопрос, мне один остался или мне два осталось? Мне один остался. Интимненько. Причем раз как мне теперь их есть, нихуя не изменится, в скобках буду жрать. Да, я тоже когда узнал, я такой, понял, ну похуй. Какая лялечка, да, в руках? Тупо ляля. Галя у нас в руках, тупо ляля. Блин, в новый лес идти, в котором надо искать штурмана, надо один килл и нельзя умирать. Это опасно. Чё Мемалерт отрубил? Ебать, ты, конечно, очнулся. Я Мемалерт отрубил еще года пол назад. Патроны не взял. Ничего страшного, буду. Буду ногти откусывать, ногтями стрелять. Только чё, двух типов убил на развязке, все благодаря твоему влиянию. Спасибо. На здоровье. Давай, делай, малой. Я в тебя верю. Чуваки, вы вообще верите, что тут сейчас может закрыться сейчас снайпер-психопат? Я не верю.
начал, блядь. Рикошет. Не туда ты сныкался, малой. В смысле, доступен к завершению? В смысле, доступен? Не, я пошел на такси. Я не верю. Если умру, он скинется. Ебать, рикошет от каски был. Я хуею. На выход, ребят, конечно, на выход. Как по-другому. Спешу изо всех сил. Я снайпер-психопат. Я псих. Я психопат. Сюда! Самую душную душнину закрыл. Психопат и... и проводник. Ну, в принципе, есть еще душная духота, но уже не такая душная духота. Это вот штурмана с условием и... гуны. Но мы не торопимся, да? Снайпу, какую рейтишь? Т-5000 вроде как хитсканит жестко. Не знаю, я пробовал Т-5000, она хороша, чтобы убивать отступников на маяке, но в ПВП она мне не понравилась, она какая-то кривая, блядь. ДВЛ. У меня на первом месте ДВЛ среди болтовок. Самая мусорная это, наверное, СВХ и Мосинка. Но Мосинка бюджет, как бы, грех на нее бочку катить. Но опять же, не знаю, у каждого свои шишки набиты, у каждого свое восприятие. Кому-то может быть наоборот, СВ заебись, а ДВЛ говно. Я претендую на мнение, блять, экспертное и правильное во всем мире. Я говорю собственные опыты и ощущения. Гарностай рядом с ДВЛ у меня стоит. Но он бюджетный, он, конечно, типа он говно, но он бюджетный, блин. Бля, 30 воды на загрузке просто за хуй собачью улетает. Когда это пофиксит уже? Я, кстати, четко помню, как Влад в комнате 4 вайпа назад жаловался на эту проблему. Вот я лично видел. Я это видел. Вот я лично видел, как Влад комьюнити менеджеру БСГ писал, когда вы, блядь, уже почините расход воды в загрузке. Потому что ты отбиваешься на сотку на 90, идешь в рейде появляешься у тебя 60-70. Ура, регнуло. Ты куда пошел? Лёх, ты скажи что-нибудь хоть. Чё, бля? Рейд кринжа какой-то, если честно. Боты за мной бегают сквозь кусты, хуярят. У бота дробовик, блядь, на 100 выстрелов был. А, так у нас СВД-шер на скале сидит. Или это дефолтный мод, блин? Ну что более странно, людей тоже нет. Вау, где-то сидит кемпер. А вот так вот попадешь? А вот так вот попадешь? А хуй ты попадешь, не пытайся даже. Да, наберешь. Звони, старый, звони. Короче, бля, не знаю, что-то это, вот эта поляна возле ВСРФ, это сейчас самое такое вкусное место по трафику ЧВК. Тут что-то постоянно, то сидит на скале кто-то, то на камне, то у выхода. У меня в центре людей меньше, чем на ВСРФ. Да, то был бот-снайпер. Настройки показывал. Не показывал. Показывал. Не показывал. Ну, сейчас, как обычно, штурмана откручивали будет 40 рейдов. Он у меня первую половину стрима через рейд попадался. Классический. Вот вы говорите, классическая переобувочка от Джованни. А про классическую, блядь, откруточку в Таркове вы не хотите, блядь, ничего сказать? Солнышки. Или палки, блядь, захотелось. Спиной хотите палку, да, почувствовать? Я не поняла. Что значит нет? Так, ну это мы... это мы всосем, пожалуй. Не отдам пиво. Стреляй, не отдам. Рискните, суки. Ну его, блядь, пиво. На дерево нарал. Ну, бля, я ж снайпер-психопат. Где люди? А хуй знает. Вымерли. Мы в ПВЕ какие люди.
Да в ПВЕ бы я бы уже встретил чувака. Там кто-то стату мою спрашивал. На, любуйся. 35 выживания. Давайте, скажите, что я читер, блядь. 35 выживания. Пиздобол. Вот он, блядь, читачочек. Спалился. Почему 3К часов? У меня на другом аккаунте СНГ. У меня там 4000 часов. Это евро аккаунт. На СНГ аккаунте я не могу играть в Грузии. Соня, что ты хочешь? Что на тебя нашло, что ты просто так ко мне приходишь? Соня, не смотри на меня так. Покажи Соню, да впадло. С Тиндера? Не, с Тиндера Вика. У меня кошка тоже Соня. Но у меня Соня не потому, что типа спит сонная, а у меня Соня в честь этой Сони из Heroes of the Storm. Вика в чате, кто такая Соня? Не, Вика пока не знает, ни ютуба моего, ни твича. Ну, она знает, что я типа ютубер-стример, но я не давал ссылок. Бля, я не знаю, как я с ней буду, она вообще матом не ругается, и я при ней тоже не хочу ругаться. Но я, блин, еще тот матершинник на самом деле. Надо будет ее как-то адаптировать, мягонько. Сука, блядь, нахуй, сука, сука, блядь, нахуй, нахуй, сука, блядь. Может, она при мне не матерится? Может быть. Но я подозреваю, что не просто при мне. Открутка. Классическая. Спасибо, кстати, спасибо. Мне не надо на выход бежать. Кстати, убил меня, как только я shift даванул. Ну как там с деньгами? Сегодня был в больнице и увидел медсестру. Я к ней подошел и начал орать на нее: хера, ты воду за 15к бедолагам сбагриваешь? Я так понимаю, ты из дурки донатишь, правильно? First message, а можно мне таймача дня на 3? Можно. Пермач. Куда собрался на целый месяц? У меня у мамы мечта покупаться в кристально чистом море. Вот. И я планирую ее на Мальдивы свозить. У нее день рождения 9 ноября. А потом с Викой буду. Да, я хочу исполнить ее мечту. Я хочу, чтобы она увидеть эту радость, это счастье хочу увидеть. Я помню, ей когда телефон подарил, когда первый раз на работу устроился, откладывал на телефон, ей подарил телефон. Как она радовалась. Какие у нее эмоции в этот раз будут, я вообще даже боюсь представить. Но мне будет безумно приятно ее так порадовать. Классный трек, кстати, под эту историю, да? Под гачи рассказываю, как, блядь, буду мечту мамы исполнить. Почему до сих пор не добавили одежду у барахольщика, где у тебя вместо одной руки киберпротез? Не, а нереалистично не скажешь, кстати. Да БСГ не умеет в косметику. Либо не хотят, плюс не умеют. Ты пришла ко мне во вторник? Иди ты нафиг. Если ты моя, возьми меня. Кстати, чё там, Виталю не хотят заблокировать за пропаганду, блядь, гэнгста движений непорядочных? Надо бы, блядь, его тоже, я считаю. А то что-то пропагандирует, хуйню какую-то. Заблокировать, блядь. Сука, у меня жопа горит, блядь, с этих блокировщиков ебаных. С любых причем. Пришло время скайпа. Бля, реально сейчас мемы начнут появляться. Что-то в духе, не знаю, будут брать какой-нибудь кадр из фильма, где чел, блядь, со старой книги пыль сдувает. И типа на этой книге наклейка скайпы. Не знаю, слова. Пришло твое время. Пока звонки. Я вообще предлагаю, как в очень старые добрые. Я помню, мы с другом как-то так играли. По-домашнему созваниваться. Это именно самая такая база. Не, мы реально когда-то, когда малыми пиздюками были с другом, играли в WoW и, ну, по телефону созванивались. Мой друг был из этой, ну, не богатой семьи, но там хорошо люди жили. Вот, и он мне звонил. И мы вот так вот играли, да, трубочку прижимаешь. Уху. Потом, правда, шея болит, блядь, пиздец. Но чего не сделаешь ради того, чтобы поиграть вместе, правильно? Но все равно. Вот, толокон, что кончу, это награда по.
Надеюсь, твое влияние не заблокируют. Кто знает? Опа. Да, он делся, я твою мать. А. Вторая шишуля залетела. Хера мы близко друг к другу появились. У меня два рейда подряд, АФК просто. А тут мы в упоре друг у друга. Великом спаунимся. Ты можешь бегать. Ты можешь прыгать. Но все равно. Голову! О, этот бот увидел человека. Этот бот увидел там человека. А штурмана-то нету. Нет ощущения, что М32 лютая хуйня в этом патче. Абсолютно нет такого ощущения. Лучшие наушники за 30 тысяч. По сравнению с предыдущим патчем не нравится. Они вообще не поменялись по сравнению с предыдущим патчем. Я там насрал в две пиццы. Вот этот клип прям самый сок. Слов. Слов, который покажи. Дай мне хочет убить, дай мне хочет убить, слов, дай мне хочет покажи, убить. Бля. Дай мне хочет меня слов, убить, что ли? Да, 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 было, было. Всех взорвал, блять. Рэмпейдж. Ебать, Дикуса скрутило назад. Он будто подбородком ударился в трубу. Знаете, как эти челы, которые бегут, снимают, смотрят в камеру, они куда бегут и врезаются ебальником в стол. О, кепка бежит! Куда ты бежишь, мальчик? Сука, так и знал, что я ему в шишку не попаду. Когда он так вот вниз дернулся, а потом начал что-то куда-то идти. У меня уже плохое предчувствие было. Е, 10-й бес подряд мне штурмана. Два раза повысили шанс спауна, ага. Ага. Повысили, мы повысили. Похуисили. Одновременно взрыв с выстрелом с РПД был. Блин, у меня этот... Аванпост не закрыт, по-моему, в лесу еще. И там, по-моему, немного надо. Сколько? А, ну немного, 6 киллов. Совсем чуть-чуть. Самую малость буквально. Расскажи про свое влияние на Дискорд. Я, к сожалению, никак не могу повлиять. Но хотел бы. Кем бы ты был в животном мире? Я был бы морской черепашкой. Служивый, это наша тупудово попал! Патронов нет! У меня есть. Что-то в Таркове с инпутом проблемы какие-то. Что вчера? Что вчера, что сегодня. У меня, блядь, иногда ЛКМ не работает. Я должен выстрелить со снайпы, а она, сука, не стреляет. Может, биткоин какой-нибудь вынести? Пошел бы ты нахуй. Что-то сейф в лесу, последние 5 открытий просто пустой. Я вам клянусь, он просто пустой, блядь. В нем просто 5 открытий, уже ничего нет. Блин, я клянусь, когда появится штурман в рейде, вот где штурман заспаунится, на штурмана прибежит 600 тысяч человек. И среди них еще и софтер, возможно, будет. Это база, это вот база. Когда босса нет... Никого нет. Когда босс есть, просто 100 миллиардов человек прибегает. Крутая панама. Джиз. Вот это перестрелка. Как в вестерне. Это все, конечно, круто, но мне штурма надо. Я после него пойти за глухарем. На резерве, кстати, если глухаря будем искать, я, может быть, меченки буду открывать еще попутно. А может и нет. Там, кстати, есть пару квестов на резерве у меня. Вроде и на рейдеров есть, и пук надо вынести. Знаете, что такое анлак? Супа еще пол тарелки, а хлеб закончился.
А вот надо было растягивать. Ласт кусок хлеба всегда должен быть на предпоследней ложке. Иначе ты нубик.